Актриса Кристина Асмус вновь ответила на самые откровенные вопросы поклонников в социальных сетях. Один из подписчиков попросил звезду «Интернов» показать фотографию, когда она была толстой. Актриса опубликовала архивный кадр, который датирован 2012 годом. По мнению Асмус, в те годы у нее был лишний вес. Не так давно актриса призналась, что ее стройное тело является результатом тяжелого труда. Сейчас Кристина много времени уделяет спорту и отказалась от вредной еды. Пишите в комментариях, держите ли вы в тонусе свое тело. Не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, а также подписаться на наш канал.